Всем доброго времени суток. В этом выпуске хотел поделиться с вами впечатлениями о лабораторном блоке питания. И пока не приступил к распаковке, напоминаю, что все ссылки на лабораторник и на другие мои ресурсы есть в описании. А лучшая благодарность – это лайк и подписка. Вам не сложно, а мне приятно. Вот, в принципе, как все и было упаковано. Кстати, в этой же коробке я его и храню. Компактно и удобно. Кстати, максимальный ток, который может выдать, 5,1 ампер. Максимальное напряжение 32,3 вольта. В комплекте пара с крокодилов и пара папка крокодил, не знаю как он называется иначе. А также инструкция на English Language, ну и сетевой шнур. Все подписано и интуитивно понятно, ничего лишнего нет, а корпус специально имеет такой дизайн для отвода тепла. Хотя при продолжительной работе перегрева я не ощущал, но вот провода конечно лучше сделать с большим сечением. А сейчас будет пропорции блока. На заднем торце переключатель включения и выключения, а также гнезда для выходного тока плюс и минус. А вот перед на себе расположил переключатель напряжения и тока, а также регулятор, он же подстроечный резистор, кстати многооборотный, для более точной настройки. Так как регулятор еще и кнопка, с помощью его можно переключиться на сотые, десятые и единичные доли для быстрого выставления необходимого значения. Необходимо просто нажать один раз, а дальше крутилкой довести до нужного параметра. А если нажать и пару секунд не трогать, все возвращается обратно на место. Ну и две кнопки, и о них немного подробнее. Если во время работы нажать на кнопку On-Off, происходит плавное сведение напряжения к нулю. А кнопка Lock блокирует любые другие нажатия и прокрутки. Это как блокировка кнопок на мобильном телефоне. Совсем забыл сказать, хотя это и так было ясно, что есть защита от короткого замыкания. В принципе, погрешность не критичная, а вот мониторить потребление устройств очень удобно.
общем, я покупкой более чем доволен и могу посоветовать вам, так как вещь своих денег стоит. И на этом я завершаю свой видеоблог, а в конечной аннотации есть мои другие выпуски, которые советую к просмотру. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.